Предстоящее воскресенье 19 июня православные отметят Троицу. Предваряет праздник Троицкая родительская суббота, в которую принято посещать храмы, а затем кладбище, чтобы помянуть ушедших родственников. В Чебоксарах в эти дни изменится движение транспорта. В выходные с 7 утра и до 7 вечера движение будет ограничено по улице Богдана Хмельницкого от перекрестка с улицы Юлиуса Фучика и Алаторскому шоссе до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища. Проехать туда можно будет только автобусом. На маршруты номер 14, 10, 3 и 249 выпустят дополнительные автобусы. Цена проезда в праздничные дни останется прежней – 16 рублей.